Дорожная трагедия на трассе Минск-Гомель. В районе агрогородка Урицкая Мерседес-Бенц съехал с дороги и врезался в разделительное ограждение. В результате столкновения отбойник насквозь пронзил салон авто. От полученных травм 56-летний водитель скончался на месте происшествия. Ехавший с ним 8-летний сын госпитализирован. По информации ГАИ, мальчик в момент аварии находился на заднем пассажирском сиденье. Был ли он пристегнут, выясняют эксперты. Возбуждено уголовное дело.